Тебе что-нибудь удалось найти? Да, мне удалось получить флешку с очень полезной информацией. Тебе удалось ознакомиться с содержимым этой флешки? Да, конечно. Там куча порно. Шутка. Два типа охотились также на эту информацию, пришлось проучить их и научить манерам. Герман Тодеев. Вот, нашла. Судим за угон авто и нападение копа при задержании. Недавно вышел из мест не столь отдаленных. Как простой рядовой преступник замахнулся на прокурора? У них старые счеты друг с другом. Теперь я уверена в этом на 100%. Есть еще одна информация. Прокурор ведет двойную игру. Он связан с преступниками, и именно поэтому арендует себе помещение в лофте. Где? Ну, на старой фабрике. Отзвонюсь, если тебе будет легче, но ты не мой босс. Работаете допоздна? Рад видеть вас. Я недавно упоминал о вас на сайте департамента. Вы, наверное, в курсе, что мой зам был убит? Я знаю гораздо больше, чем вы думаете. Ну и, например, почему вы арендуете офис на заброшенной фабрике, а не в полицейском департаменте? Осведомленные люди – редкость в наше время. Вы знаете имя убийцы? Герман Тодеев. Но и к вам у меня тоже остается несколько вопросов. Почему вы закрыли глаза на дело о продаже земель несуществующему ООО, учредители которых находятся в розыске? Я не понимаю, о чем вы говорите. А я прекрасно понимаю, что вы имели хороший денежный откат с этого дела. И даже вовлекли туда своего зама. Но что-то пошло не так, и он поплатился за это жизнью. Слушайте, мне просто нужна защита. Вы меня понимаете? Герман, он найдет меня. Об этом я обязательно позабочусь. Круглосуточно. Под хорошей охраной. В тюрьме. Ну что, о чем я вам говорил? Мы здесь не одни. И разве это повод для беспокойства? Согласен. Пора закончить с этим придурком. Ну где ты, Герман? Выходи, я знаю, что ты здесь. Ну же! Мы с моим другом хотим поговорить. Ah!
что, это и есть твоя Бэтвумен? Ну что, снимай маску, Герман. Герман? Ты ошибся, приятель. Не стоит благодарности. Так на чем мы остановились? Не могу поверить, что ты в нее выстрелил, мать твою, а? Ты же ее поклонник, ты же ее фанат. Это не имеет значения. Я предлагаю закончить с ней. Она слишком много знает. Все, конец легенды. Ну что, ты пришел убить меня? Давай. Ну, будь здоров, прокурор. Посмотрите, кого мы видим. Граждане, у нас тут убийца народного героя. На стволе-то теперь твои отпечаточки. Какого хрена ты делаешь? Опять я тебя переиграл. Опять выхожу сухим из воды. Ты, правда, в этот раз не выходишь? Ладно, братан, все будет хорошо. Там, говорят, поинтереснее, чем у нас тут. Я вернусь за тобой, стал свет. Вдвоем пойдем. Миссия выполнена. И да, спасибо за броню. Сегодня она пришлась как никогда кстати. Увидимся на базе. Ну все, снимай маску. Герман, хорошо, приятель. Стоп, 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 хорошо, хорошо.